Здравствуйте, друзья! Совсем скоро самый добрый, самый чистый, самый светлый праздник – Новый год! Мы с Дедушкой Морозом ждем от вас новогодние стихи. А если вы затрудняетесь с их выбором, то помогут вам в этом участники молодежной театральной студии «Мы – таланты Саратова» городского дома культуры национального творчества. А мы с ними отправим их во все уголки Саратовского края и по всей нашей необъятной России, чтобы все ребятишки, девчонки и мальчишки весело встретили Новый год и поздравили меня новогодними стихами. Слушайте, выбирайте и учите. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, вы уже выучили стихи для Деда Мороза? Если нет, слушайте и запоминайте стихотворение Андрея Усачева «Откуда берется Новый год?» Новый год приходит с неба или из лесу идет, или из сугроба снега к нам приходит. Новый год! Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде или прятался пушинкой у Мороза в бороде. Поделился он в холодильник или к белочке в дупло, или в старенький будильник он забрался под стекло. Но всегда бывает чудо. На часах 12 бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год! С наступающим Новым годом!